Буханки хлеба с плесенью выбросили в лес. Эти фото опубликовали в одной из социальных сетей. Сообщается, что в лесной зоне в районе улицы Заречной города Покрова в кучу свалили десятки буханок. Кто это сделал и почему, неизвестно. Вероятно, так решили избавиться от испорченной продукции. И хоть хлеб – продукт биоразлагаемый, и, возможно, его могут съесть лесные животные, но такое отношение к хлебу возмутило многих пользователей. В комментариях люди вспоминали, что в военные годы хлеб был на вес золота, и те, кто помнит голодные времена, никогда не выбросил бы продукт просто так. Какой ужас! В какое страшное время мы живем! Мне жаль человека, который выкинул столько хлеба. В мусор можно кинуть все, что угодно, но только не хлеб. Хлеб можно засушить и повесить в пакете рядом с мусоркой или отдать тому, кто скот держит. Думаю, что знакомые или знакомые знакомых есть.